Так, 9 ноября 2023 год, и сегодня будет не афоризм, а такой, я бы сказал, узкоспециализированный каламбур. Специально для харьковчан. Написал его только вчера. Так вот, звучит так. Харьков – это когда на стрелке ты заезжему объясняешь, что градусник – это не стекляшка. Написал, соответственно, 8 ноября 2023 года этот каламбур. Всем харьковчанам, кто далеко от дома, как я уже полтора года, огромный привет. Про Харьков есть у меня еще высказывание. В Харькове так мало туалетов, что символ города – зеркальная струя, например. Правда, это старое высказывание, 10-го года. Сейчас уже там в парке Горького. Если бы россияне зашли, первое, чтобы они вынесли, это харьковский туалет в парке Горького. С рыбками, с аквариумом. Надеюсь, там вода в этом аквариуме.